Всем привет! Очередная серия, очередной коп. Сегодня мы на море. Погода чудненькая, штиль практически. Время 8 утра, и мы начинаем искать злато-серебро. Что найдем, покажем, расскажем. Пока что все хорошо, народу никого. А это отлично, никто не мешается под ногами. Отлив, можно походить вдоль воды. Ладно, не будем разглагольствовать, терять время. Пока народу нет, надо ходить, наслаждаться тишиной. И прибоем морским. Погнали, друзья, погнали искать клад. Какая оказия приключилась. Забыл крепление, эту резинку для камеры. Так что буду, наверное, снимать только то, что буду находить. А остальное, наверное, не получится. Невозможно и снимать, и копать. В общем, как будет, так будет. Ладно, погнали копать. Ну что, друзья, скажу вам так, честно. Пляж довольно-таки просто чистый. Сколько сейчас вот походили, где-то полчасика. Сигналов вообще никаких. Ни пробок, ничего. Ну вот, выпала удача. Что-то выскочило интересное, сейчас посмотрим. Смотрите, что-то у меня выскочило. И, по-видимому, это колечко. И, по-видимому, оно было, не знаю, бижутерия, наверное. Да, скорее всего, бижутерия. Вот такое вот колечко. Жаль, что не серебро. Но закос, конечно, под серебро сделан. А так медь, медь. Наверное, медь, да. Вот так. Первая находка. Ну, сигналов вообще нет. Ладно, продолжаем. Продолжаем гулять. Искать. Может, что-то еще выскочит. Интересное, да, жаль, что забыл я, конечно, эту резинку с этим креплением. Но ничего не поделаешь. Помахаю вам так для антуража. А так буду снимать, в принципе, только находки. Так что вот так. Фу, становится жарко, надо еще раздеваться, наверное. Еще, наверное, надо раздеваться. Ну, попер сигнал. Сейчас покопаемся. Откопаю, покажу. Ну, друзья, по-моему, первая монета. Первая монетка за сегодня. У нас 5 евроцентов. Лайк. Ну, поперло, поперло. Продолжаем. Вторая находка — автомобиль. Смотрите, друзья, автомобиль у нас. В коллекцию. Лайк. Продолжаем. Так, друзья, хороший сигнальчик. 20. Посмотрим. Что тут у нас? 20. Показывает. Пробку нет. Так, что-то цепанул. Оп, монета. Друзья, монета. 10 евроцентов. Отлично, забираем. Ну что, друзья, очередной сигнальчик. Сигнальчик. Сигнальчик у нас тут. 25, 24. Это у нас 1 эйро. Лайк. Сейчас тут еще проверим. Может, еще есть. Что-то рядышком еще. Сейчас.
Неужели один только? Только один потерялся. Ху-ху-ху. Ну и то хорошо, хоть один. Но все-таки Эйро. Тут кто-то какал. Что-то еще тут есть рядом. Кто-то тут какал. Или писал. Не знаю. Сейчас возьму лопаточку. Посмотрим. Лопаточка. Сейчас цель определим. Что-то тут есть. Что-то тут есть. Это 100%. Такие сигнальчики пропускать нельзя. Ну, где? Не докопал. Не докопал, что ли? Или где-то промахнулся? Ну? Не понял. Не понял юмора. Там есть точно. Просто не докопал, наверное. Однозначно. Или банка консервная будет. Или пивная. Но что-то быть должно. Но все-таки я его добил. Все-таки я откопал. Это у нас было 50 евроцентов. Вот так вот. Золотая. Отлично. Сигнальчик, друзья, на отливе. Сейчас поковыряемся. Посмотрим, что тут есть, что нет. Пробка. Да, какая-то хренотень. Какая-то хренотень оказалась. А такой хороший сигнал был. Я уж думал, монета. Ну ладно, гуляем. Вот что море сделало с одним сантимчиком. 3 цента, может. 1 сантим, я вижу, да. По этим. Просто стлело и развалилось пополам от все. Соли. Бумажка, все. Ну, вот так. Такие деньги. Ну все, друзья, нагулялись мы на морях. Часа 3, наверное, поползали. Народ уже подтягивается, ну какая-то туча ползет. А нам еще до дома ехать и ехать. Но, скажу так, по находкам на море вообще не густо. Пока, конечно, людей еще мало купается и загорает. На двоих вот, что смогли тут наковырять сегодня мы. 2,75. Ой, какие 2? Евро 75 центов. Автомобиль. Вот такая вот бижутерия. Колечко первое выпало. Пуговка. Непонятно, что за закорючка какая-то. Зажигалка. Шмурдятина. Ну, хоть так. И то нормально. Так что вот смотрите, какой контраст. Там голубое небо. А вот там уже тучище ползет. Так что пора закругляться. Ладно, на этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Всем удачи. Мы погнали до дома. Увидимся в новых сериях. Удачи. Эквинокс.